Ну, здорово, здорово. На Фироле бывает прогорает купол форсунки. Сам купол. Понял, да? Вот эта бодяга оригинальная. Вот. Я нашел простую трубу. Потолще, правда, немногим. Но да ладно, поставил себе. Третий год полет нормальный. Да, тут все. У тебя остается, понял, у тебя остается кусок. Ну вот тут по-любому она прогорает либо здесь, 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 здесь. Но кусок у тебя остается. Режешь и привариваешь трубу, чтоб не покупать этот купол, понял? Целиковый, он дорогой. А так кусок трубы поставил и все. 2 года он пашет без проблем вообще.